День космонавтики отметили и в парках городского округа Люберцы. У Наташинских прудов в честь праздника состоялась развлекательная анимационная программа для детей и взрослых. Школьники и посетители парка приняли участие в космическом квесте. Каждой команде предстояло выполнить несколько заданий, в которых необходимо было проявить ловкость, силу и смекалку. У нас в парке несколько космических станций. В каждой стоят кураторы. Это активисты молодой гвардии «Единой России» городского округа Люберцы. На каждой станции ребята ждут увлекательные задания. Это и викторины, это и какие-то активности. Им помогает и какая-то смекалка, эрудиция. Командный дух обязательно, потому что они вместе, только сообща, могут прийти к результату. После квеста дети построили космодром из картонных коробок. Организаторы вручили каждому участнику памятные подарки и призы.